Всем здравствуйте! 73-летняя народная и эстрадная певица продолжает удивлять собственных поклонников. Жизнелюбию и силе духа артистки остается разве что позавидовать. На протяжении многих лет Надежда Бабкина, невзирая на критику, крутила любовь с молодым артистом. На момент встречи с Евгением Гором певица уже имела обширный опыт общения с мужчинами. Возможно, чтобы избежать бытовых конфликтов, она и остановилась на модном нынче гостевом браке. Со своим возлюбленным горячая казачка Надя пережила множество всевозможных невзгод, что в конечном счете не уберегло пару от расставания. О том, что в жизни любвеобильной артистки появился новый фаворит, страна узнала благодаря телеведущему Александру Васильеву. Удивительно, но очередным избранником Надежды Георгиевны стал совсем молоденький мужчина. Ей надо содержать театр, кормить внуков, у нее молодой поклонник Сергей. Он тоже стоит денег. Это очень-очень красивый мужчина, бывший фигурист. Мини Плющенко. Она же давно рассталась с мужем, пояснил историк моды. С трудом верится, рассуждают теперь фанаты, что Ледовый принц действительно искренне любит Бабкину. Другое дело Гор, чья привязанность к эстрадной певице была проверена годами. Но несмотря на разразившиеся вокруг ее персоны споры, Бабкина явно не собирается сходить с курса на любовь. Эффектная внешность и обаяние позволили пиар-директору артистки Сергею Рябову занять местечко, которое столько лет подогревал другой мужчина. Несмотря на бурную личную жизнь, Надежда Бабкина не забывает и о главном. Творчество по-прежнему занимает в жизни звезды первое место. Накануне в Курской области прошел гастрольный тур участников фестиваля «Песни России», где засветилась и народная артистка. Прощаясь с участниками мероприятия, Бабкина неожиданно разоткровенничалась. Последний концерт – самый трогательный и самый незабываемый, потому что за 10 дней, проведенных в Курской области, мы успели полюбить этот регион с его замечательными людьми и неописуемой красоты природой. Очень жалко расставаться, но я уверена, что мы сюда еще обязательно вернемся, заявила растроганная теплым приемом Надежда Георгиевна. А у нас на этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.